К 30-летию Центра культуры Атамура клубом села Худайкуль в рамках проекта «Крепкая семья, крепкое государство» была организована диалоговая площадка с участием отцов. Мы не случайно затронули данную тему. Значимость отцов в семье велика. Диалоговая площадка имеет духовно-нравственное и просветительское направление. Пригласили в качестве участников опытных отцов, которые не только воспитывают детей, но и являются известными личностями в городе. На мероприятие в качестве зрителей пригласили студентов Экибастузского политехнического колледжа и старшеклассников областного многопрофильного полиязычного лицея-интерната для одаренных детей. Цель мероприятия – усилить взаимосвязь между отцом и ребенком. Участники показали, насколько важна роль отцов в воспитании детей, рассказали о значимости отца в семье. Важно дать ребенку хорошее воспитание с момента рождения. У меня есть сын. Я стремлюсь дать ему и хорошее воспитание, и образование. Еще я являюсь тренером, вторым отцом, можно сказать, для своих воспитанников. Потому тоже чувствую огромную ответственность за них. В основе мероприятия – распространение лучшего опыта отцовского воспитания, формирование гармонии в семье.